Всем привет! На улице очень резко потеплело, все махом растаяло, и на газоне, если честно, под ногами даже все хлюпает. И если сегодня вы не успели прогуляться, вот насладиться такой погодой, придется какое-то время потерпеть, потому что завтра такой жары не будет. Давайте в цифрах. Ночью плюс 6, утром плюс 6, днем потеплеет до 10. Радует, что хотя бы ветра сильного порывистого не будет. А вот дождь синоптики нам с вами пообещали, так что какой-нибудь зонтик захватите. Но все-таки уже очевидно, что весна настоящая, она пришла, все распускается, оживает, расцветает, и даже девушки в Красноярске уже точно расцветают. Но организму после зимы все-таки нужна поддержка, чтобы кожа сияла, волосы блестели. В этом может помочь биовистин, живые бифидобактерии. И акция действует до 7 апреля. Всего ничего осталось, скидка 20%.